В Московской области в 2020 году было построено 68 объектов социальной инфраструктуры. На эти цели направили более 41,5 миллиарда рублей. Больше всего объектов, 39, относятся к сфере образования. Открытие школ, детских садов, поликлиник реализуется в рамках президентских программ. Одним из самых значимых для Одинцовского округа проектов стала реконструкция поликлиники номер 1 Одинцовской областной больницы. Теперь это современный, прекрасно оборудованный клинико-диагностический центр.